Да блин, ну что ты его убиваешь, а я его убиваю. И мы друг друга не убиваем. Пошел нахуй. Ты сказал, ты нажал два, не типа, нет? Да. Вот, вот таких я не понимаю, которые вылазят мне. Я не понял, я сначала... Крысы. Я не понял, что за фигня первый раз туда залез. Я даже не знал, что тут есть такая пара. Ну понял, мы как-то играли, я и еще один чувак. Зашли каких-то два мудака. И тупо там сидят крысы. Мне кажется, мы страдаем хуйней. Мне не кажется. Это ты, сука! Я тебя там вообще не ожидал. Я тоже не ожидал себя там видеть. Крыса. Нет. Увы, но нет. Увы, но пиздобол. Я пиздобол. Я туда только захожу в крайних случаях, короче, когда хочу обойти всех. Даже себя иногда. Ты себя хочешь обойти? Бывает и такое. Сука, ты мне с одного будет долго. Шо? Ты понюхать решил? У тебя ствол эмки был во рту. А, я запутался. В чем? В мышке. А, в двух клавишах? Да нет. На этот раз в трех. Ой, что-то я не дал это. А я дал. Вадим пролил первую кровь всего через 3 секунды. Тебе что, месячные? Тебя пролил кровь. Я так и знал, что ты пошутишь. Вадим пролил кровь. Забыл как стрелять. Надо навигаться. На левую кнопку мыши. Да, я на правую пытался, представляешь? Вот дебил. Да, дебил. Таких тупых я еще не видел. Что, я не угадал опять? Не угадал со стороны. Угадал. Главное вовремя уйти. Блин. Рука заболела. Меньше надо делать то, чем ты занимался все это время. У меня правая заболела, левая еще не будет. Какая разница? Мне все равно, какой рукой ты это делаешь. Две разных руки. Я хотел спросить, ты записываешь? Да. Блять! Я такую хуйню тут несу, а ты записываешь? Ну да, я это все время записывал. Просто... Подъеб? Так, ладно, переставать хуйню есть. А то хуйня заполнит весь мир. Не знаю, как мир, но YouTube точно. Оно уже в хуйне. Ну, как бы да. Старость не радость, старость это болезнь. Вот это как лоха. Что ты потухаешь, ты в дыму ползаешь? Блин, дым пропал. Я, короче, вышел, дал тебе плюху, ушел. Ты мне не попал кто-то. Ты, ну, раз и попал точно. Раз или два я выходил, я попадал. Вот. 16 хп было. Пока! О боже.